Подпишитесь, пожалуйста, и лайк. Мы, короче, я заказал огромную пенную пушку сейчас. Ну, будет прям пен для пенных вечеринок. Огромного. Ну, какая пушка? Как называется модель, марка, год? Да я еб... Здоровая пушка. Надо переодеться и не, идти сразу. Не, ну сразу. Потом подниматься, хуй, а, туда лишний раз лучше не спускаться. Мы все будем в говне. Да. Понимаешь? Ты с собой хоть эти плавки взял? Конечно, нет. Что, ты рак, что ли? Подготавливаться еще. Домой. Пишите, кого мы надеваем в костюм. Фламинго. Пишите, кого надеваем в костюм фламинго. Прямо сейчас пишите. Ты не подслушивай там, стоит, подслушивай. Пишите, кого мы надеваем в костюм фламинго. О, здорово. Данил. Пишите, кого мы одеваем в костюм фламинго. Это именно вот, ну, нельзя было никому сказать. Ну давай уже показывай. Давай. Для связи, инста. Разгунделся. Покажи. Ты. Это кто, я? Хуй его пойму. Водяной. Мне не надо. Чат, Влад 10 000% что не оденет этот костюм. Ни за какие деньги. Пойдем Лешу будить. Где Леха? Леха спит. Леха в спальне у себя. Пойдем будить. Пойдем будить. Сейчас потемнеет, и мы будем... Мне просто... сама ночью сейчас будет в пене купаться. Мерзнуть. Ну, мерзнуть? Холодно будет. Реально? Да. Ну, кофта. Есть, нет. Вот, Коля. Тусовка в самом разгаре? Ну, Лёх, ты тебя простят. Вечеринка планируется или уже нет? Без тусовки ушли за мной? 20 минут надо, супер, на! Идешь на модератор ты. Ай. Лёхенька, домой, Лёха. Шея ломаю. Лёша, домой, Лёха. Ладно, дайте. У него вот тут на уровне головы, вот здесь, просто спермой воняет кровать. Вообще пиздец. Горилычу, походу, ростик в рот надавал ночью. И наоборот. И наоборот. Влази, чё ты? А мне тут нормально. Не-не, пусть лежит, пусть лежит, пусть лежит. Ай, ребры. Вы не поверите. Поворачиваюсь. А зачем это? Чтобы вы понимали, все сраненькие за твои годы. И левый, и правый? Не может быть. Ты где? Везде срут. На троне никто не срет. Я на троне боюсь срать. Да не бойся. Там проклятие может быть. Нет, там как раз таки. Вы не понимаете, там проклятие жидкого поноса может не... быть. Пацаны... Там понял? Там наоборот. Там везде эти висят. Вы не подковы. Знаете. Вы не подковы с лошадиные. Да блин, я уже устал, мне жарко. Вот мне сказали, что это петушиный костюм. Я? Да? Ну петушиный, брат. Нет, брат, это благородная птица. Какая? Фламинго. Пойдемте вниз. Вот сейчас будет пена, а что мы в ней будем делать? Ничего, просто посмотрим. Просто будет пена? Ну, вообще... Два зарба еще. А, зарб есть. По воде. По воде можно будет идти? Да. Чего там за нах? Так-то я попросил, чтобы освещение сделали хорошее. Так-то Ваня нормально сделал, вообще прикол есть. Мне нравится. Еще пося надует. Еще холодей стало. Ой, лучше. Твоя. Ой. О, вот про что я и говорил. Щитки выбил. А, реально? Но еб красиво. Просто упали. Они падают все такой? Ну, они вот ниже стали. Просто кадр поймал. Я это на обложку трека сделаю. Все, я трек завтра выкладываю. Скажи, обложка кадр. Есть. Снег, что ли? Вау!
Вау, вау. Чувачки, спасибо за вечеринку. О, блин. А мне нравится. Не, мне это тоже. Но еще же. О. Ой, а где свет? А свет. Так, все. Выбило? Выбило? Реально? Ростик, осторожно, ты же фена. Теплый. В спине теплее, чем на улице. Проверь еще раз. Фу, ну Ростик. Давай, делай, делай. Ну, посвети, думаю, это защитка. Защитка, брат. Защитка, защитка. Еще вместе с экраном. Да, защитка, защитка. Просто оглушил. Если бы вырубил себя сейчас. Тихая защитка или? Да, конечно, защитка. Пробил нахуй. А ты на камень уронил? Вот сейчас просто слепую. Нашла коса на камень. Хочешь на дождь посмотреть? Охуй. Смотри, смотри. Дождик сейчас будет. Сразу бам-бам-бам падают. Так они не умирают, они просто отлетают. А вот эти шарики надувные? И то есть и сплавляться на них до... До Москвы. До Москвы-Сити. Да, я машину в один положу, а второй сам побегу. Да. Хрустик, ты что, лопнул? Домой. Не-не. Какого петуха? Фламинго. О. Делай, делай, делай. Три. Два. Один. Уже выругал? Все работает. У меня на две камеры работа. Бля, ну красиво, да? Твердо падать? Да. Она вообще, она наоборот ускоряет движение. Можно еще сюда? В центр, все. Let's go! А где горильник? Горильник что-то развернул. Ростик, там же горильник. Так что я не могу. Ну раз потеряю. Теряю. О, нападение! Ты смотри уже, сколько ее. Смотри, штучку прыгаю сейчас. Да, только на приборы не давай. Так-то красиво. Прикол, да. Там стекло внутри. Сань, там внутри плохо. Девчонки, а вы не пришли на нашу тушенку? Тушенку? Тушенку. Девчонки, это не дело. Смотрите. Лех, если ты кого-то за яйца потрогаешь, они даже не поймут, кто. Я весь мокрый. Давайте больше сюда. Вот сюда. Вот, блядь, смотри по шею. Фотографируйте, чуваки, смешно выглядит. Тихо, у меня шорты из пены. Хозяева в небесах. Ну неприятно, что мокро. Ну да, влажненько. Надо было бы в этом плавательном. Да. Я в плавательном. Днем жару и плюсовать. Там уже в воде вся пена. Главное не понять этот. Не ебаться. Да, тут легко. Асы, она по мостику ровно. Она по мостику скатывается ровно. Ну, естественно. И все, отправляется в путь. Сними с горы. А не видно будет. О, так это выглядит. Она быстро растворится в ней. Через час уже не будет. Там, где прошла ты. Стой. Дай. Брат, ты где? Просто одна голова. Горилл, ты где? Стой! Эй, за хуй! Сосёт! Горилыч, ты чё? Тепло ты бы. У меня все нервские. Не, в этом. Реально, стой, Сань.
Прятки? Один ныряет. Все остальные снимают штаны. Пене тепло, выходишь, сразу холодно. Да, как... Не хочется выходить. Не, я не выйду больше. Я. Не удивлюсь, не удивительно. Мы стримим же. Ну, кайфу. Мы не сфоткаемся на стриме, а удаляй. Дуй, мне кажется, в хату, слышишь? Умойся. Ты еще поранился весь. Ты кинул? Да не этим. С хуй пеной умывается. О, дно, блин. Царапался? Крапиву? Да. Где? А, ему домик, стой, гляди. Стойте, посмотрите. У него домик. Ты в облаках, бро. Стой, засунь туда. Буйно голова. Это был шар. Это все стирать точно, да. Бля, еще понял, мушкара так вкусно залетает в рот. Короче, нет. Тепло внутри даже вылазить да, не хотелось. Да. Даже смотри от тебя. Но посмотри, там столько мошек в пене, это пиздец. Они там живут. Смотри, сколько мошек, посмотри, сколько их в пене. Да, ебать. Блядь! В реку упал! Серьезно? Там обрыв. Там реально река прям? А, там вода? А, в натуре там обрыв. Я слышу. Бурк такой. Где хрустик? Его взор засовывают. Хрустик! Вечеринка удалась! Ну не, нормально, что это. Весело в этой хуйне. Ты там как? Ебно выглядит. Микро? Ростелеком! Нет, ну не надо. Закрывашка. Закрывается головой тут! Пацаны, у меня закрывается! Как будто, знаешь, кинотеатр какой-то, кино снимаем, да? А вот так, на весь сезон. По 10-бальной шкале, насколько холод? Вкусно вообще. Мне кажется, там вкуснятина прям. Ну я здесь купался 2 раза. О, еб! Вы чё, гоните, мужичьё? Холод. Оп, пошла стриптиз. Домой. Ну, кстати, в сауну я бы тоже зашел, хоть в одежде, но просто О, поехало. А куда? А зачем сдувают? Мне надо сразу новую, чтобы максималка, чтобы... Еб, вот отсюда быстрее, Лёх! Просто уебся. Нихуя себе. Облака. Может, тебе кто-нибудь встать вот так вот и... Ну, давай. Я просто, у меня нет фотоаппарата. Не, ему нужно с удочкой, помнишь как? Бань. Сколько бы не было слов, я знаю, что глаза не врут. Не врут. Сколько бы не было слов, такую, как ты, уже не найду. Нет. А! Ой! Calm. Все равно ебанячо красивое это все, понятно. Calm. Ну хватит. Calm. И еще. О! Как красиво, не знаю, мне есть прям очень нравится. Взор есть. Пофигу. Я навязаю. Вот это красиво очень. А где Горилыч? Кто это был? Я по кому попал? Я у кого-то просто вошел. У нас комната образовалась. Давай. Ходим по кругу. По кругу, ходим. По кругу. За мной. Я вместе с чатом искупался. Хрустик не ешь. А чё ты без трусов, Горилыч? Так ты мокрый просто. Бородеюсь снизу! Реально без трусиков. Соль! Почисти! Вот тут вот! Кто это? Бородеюсь! Чтобы вы понимали, чат, вот, я 3 метра ростом по шею. Я не 3 метра ростом, но тоже по шею. Не знаю, как это работает. Кто-то в ногах. О-о-о! Член! Бородеюсь! Да не, нам больше не надо. Больше не надо.
сильно леет? Да. Сейчас включу свет. Смотри, меня с тебя течет соус, бро. Кстати, вот так на красную дорожку выйти. Вот так на Йети я похож? Посмотри туда, повернись. Еб! Как как будто облака реал. Всем пока, ребята. Пока. Пока. Не пукайте, реально. Стримов больше не будет. Никогда.